Одна из лучших насадок для ловли карася, карпа, леща. Такую насадку легко приготовить, также придать различный аромат. Рыболовная насадка для рыбалки, насадка для карася. Как правильно приготовить эту насадку, в этом видео я вам сейчас все подробно расскажу. Готовится она очень легко, и любая, даже самая капризная рыба на реке или на озере порадует вас на рыбалке отличной поклевкой. Подходит для ловли как на поплавочную удочку, также отлично подойдет как насадка для фидера или для донки. Ну что, начинаем? Подробный рецепт, как приготовить уловистую насадку для рыбалки. Нам понадобится чеснок. В моем случае я взял 5 зубчиков чеснока и перетер их на терке. Получилась вот такая вот кашица. Взял я небольшую баночку. Возможно, у вас есть какая-то другая посудина, но у меня оказалась только такая. Запихал я туда наш перетертый чеснок и добавил сушеный укроп. И остался всего лишь один компонент. Это подсолнечное масло. Заливаем мы все это дело обычным рафинированным подсолнечным маслом. Теперь нам остается все хорошенько это дело перемешать ложечкой и закупорить крышкой. Поставить на сутки в холодильник, чтобы настаивалось. Но через сутки достаем и продолжаем дальше. Прошли сутки, достаем с холодильника нашу арому и высыпаем. Я вот взял блюдечко, чтобы вам было лучше видно, ну а вы, естественно, в другую какую-нибудь емкость. Нужное количество достаем с этой банки и туда кладем наше сало. Естественно, уже можно порезать на нужные нам кусочки, а можно положить просто как лезвие такие вот слои. Потом уже на рыбалке, кто хочет, порежет на полоски, кто хочет на кубики, ну а кто на что гораст, может что-то еще придумать. На канале «Рыболовные приключения» собраны самые лучшие рецепты насадок, прикормок, ароматизаторов. Мы все насадки наши тестируем, выезжаем на реки и озера, а видео выкладываем на второй наш канал под названием «Рыболовное путешествие». Ссылочка на канал будет в закрепленном комментарии. Если вы устали смотреть каналы, где говорящие руки вам обещают огромные уловы и картавым голосом говорят про супер уловистые насадки, а на самом деле нету ни одного теста, ни одной насадки или прикормки, бегите с этих каналов на канал «Рыболовные приключения». Здесь вас никогда не обманут, а всех своих подписчиков и зрителей мы ценим и уважаем. До скорых встреч, пока-пока, пока!